Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking. Ольга Велес. Живу, спицами стучу. Маленько сегодня будет нестандартное видео. Я, получается, что несколько дней не могу, не успеваю снять никакие видео ни по продвижениям в вязании. У меня они есть, но очень маленькие. Несколько дней пыталась успеть, но не успеваю. Поэтому я решила снять вот такое простое видео, которое, прилабунила телефон на окне и сняла, как штатив я с собой не взяла, поэтому сняла, как получилось. Я сейчас рисую на стенах в нашей новой поликлинике нашего города. Ее еще не открыли, ее только собираются открывать.
Она еще не лицензированная, но как, ну, в общем, ее еще не открыли. Поэтому меня наняли для украшения стен. Сейчас я, вот эта стена на втором этаже нашей поликлиники. Еще есть стена на первом этаже, я чуть ее позже покажу. И еще будут рисунки в пролете, в пролетах лестницы. И еще там на первом этаже. Но уже по мере продвижения я буду делать фотографии. На самом деле я не очень люблю показывать работу, когда она не закончена. Вот именно в плане вязания. Не в плане вязания, а в плане рисунка. Потому что, да и в плане вязания, не все люди видят то, что будет, то, что получается. То есть сам процесс для многих людей на самом деле остается таким неведомой зверушкой. То есть сейчас, конечно, там здесь засвечено, там отсвечено. Проблема состоит в том, на рисовании именно этих стен, потому что я рисую простой краской, не подходящей для аэрографа, а простой акриловой, наверное, или кто она там, не, водоэмульсионкой. Вот, поэтому и мне еще ее лень фильтровать, поэтому как бы есть некие сложности за счет того, что краска эта водоэмульсионка, она пропитывается и не дает той яркости, хотя ее можно покрыть лаком, и тогда будет картина заиграет другими красками. Как бы я это уже пробовала, знаю, другое дело, проблема на покрыть именно лаком, чтобы краска не потекла за лаком. Конечно, сейчас эти рисунки довольно смешные. Сейчас я попробую еще со стороны, с другой снять. Ух, не знаю я, как разворачивать экран. Ну, поэтому пока вот так. И сделаю еще несколько кадров. Вот такое у меня рабочее место. У меня их два. Второе на первом этаже. Там, частично сюда перенесла. Поэтому вот такая у меня сейчас работа. Я очень хочу быстрее закончить, хотя я понимаю, что это не быстрая работа. Но постараюсь. Очень хочется вязать. Вязанию эти последние два дня я абсолютно не могу уделить внимания. Хотя очень-очень хочется много успеть, очень многое связать. Поэтому, ладно. Всем пока. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Пишите комментарии. Ставьте лайки или дизлайки. Не судите строго меня за то, как я сейчас выгляжу. Хотя я, в принципе, из тех людей, кто не очень много уделяет времени макияжу, хотя иногда бывает. Ну, а мои любимые видео «Руки в кадре» в ближайшее время я не смогу снимать до тех пор, пока я не полностью закончу работу. И не отмою руки! В перчатках я работать не умею, у меня не получается. Поэтому вот так. Так что всем пока-пока. Решила я, что я рано отключилась и хотела еще кое-что сказать, рассказать. Несколько лет назад я уже занималась аэрографией. Я рисовала и на машинах, и в квартирах, домах. Но в нашем городе это не особо прижилось, потому что люди не готовы платить достаточную сумму. Ну и вообще, просто так, может, я недостаточно себя рекламировала. Я здесь, хоть и живу уже, наверное, около 10 лет, 10 лет, я до сих пор здесь не особо прижилась, как-то меня здесь мало кто знает. Ну, хотя кому надо, те меня находят. И связать, если кому надо, или вот нарисовать меня тоже каким-то образом нашли. А хотела я рассказать такую историю. Много лет назад, это, наверное, лет
лет 5 назад. Я для себя, ну, после я развелась, у меня было душевное такое, так как я человек тонкой душевной организации, у меня было немножко депрессивное состояние, я занималась рисунками, и, в принципе, мне нравится, я не знаю, меня многие считают экстравертом, но я такой, наверное, экстраверт-интроверт в одном лице. Я вела дневник для себя. Я вот сейчас маленько, может быть, сумбурно расскажу. Но в этом дневнике я прописала вот такое пожелание, что я хочу иметь... Я дословно сейчас не вспомню, но что я хочу иметь работу, да, вот именно ту, что, которую я люблю. Допустим, я люблю, в частности, я люблю рисовать. Потом вязать люблю, да, и вот мне хотелось именно заниматься такой фрилансер. Единственное, конечно, у меня сейчас есть некая зависимость от стабильности, которая мне необходима, а этой стабильности у меня сейчас нет. Вот, я хотела, я, в общем, написала, что хочу иметь работу так, чтобы ее было настолько много, чтобы я даже немножко не успевала и немножко как бы запаривалась в этой работе. И от этого получала удовольствие. Я сейчас, вот говорю дословно, я не вспомню. Может быть, если я этот дневник не выбросила, я его найду. И тогда прочитаю, наверное. Это я не могу сказать, что это было сокровенное что-то, нет. То есть сокровенное, конечно, я никогда не выложу на публику. Но просто вот эта фраза, и сейчас буквально вот несколько дней я себя ловлю на том, что да, я последнее время очень много у меня получается дел, которые я очень делаю с удовольствием, я работаю с удовольствием. Единственное, что я, наверное, не соизмеряю свои силы, то есть мне, я хочу себе льстить, в себя верить. То, что я нарисую и сделаю это быстрее, а быстрее я не могу. Вот. Поэтому я очень хочу... То, что я здесь сейчас начала канал на Ютубе, и вот так настолько стало публично, еще и показываю себя, да, для меня это немножко... Так охота заснять своих этих зверушек, ну и себя как-то получше. Извините, что у меня все что-то скользит, тут выскальзывает из рук. Ну, ладно, на этом сейчас я уже попрощаюсь, потому что получилось уже несколько, засняла я видео, получается ролик довольно-таки длинным, наверное, не особо интересным, но все равно я попрошу поставить вас лайки, написать комментарии. Я рада с вами общаться. Всего доброго, пока-пока.